Участницы конкурса «Мамочка-люберчаночка-2021» попробовали себя в роли журналистов. На телеканале ЛРТ провели экскурсию для претенденток на звание самой красивой и талантливой мамы в округе. О своих впечатлениях конкурсантки рассказали нашему корреспонденту. Мамочки, здравствуйте. Здравствуйте. Приветственное слово и просьба отключить телефоны. Экскурсия началась. В первую очередь конкурсанткам показали редакцию. Тут корреспонденты ищут темы, собираются на выезд и пишут монтажные листы. Они приезжают, потом, значит, весь материал, который сняли, это называется у нас исходники. Вообще у телевизионщиков очень много всяких разных словечек, которые непонятны обывателям. Следующий пункт – студия. Отсюда ведущие в прямом эфире рассказывают о событиях округа. Из аппаратного вещания режиссер руководит процессом. Надеть наушник и петличку решили и люберецкие мамы. Только на крупном плане, Ксюша. Тебе, кстати, можно на телевидение пойти. 3, 2, 1, вы в эфире. Волнению перед камерами места нет. Суфлер запущен. Своими впечатлениями поделились конкурсантки. Мы многое видим по телевидению, но мы не видим, как это все происходит. Как много сотрудников здесь работает и сколько работы они производят на самом деле. Это очень интересно. Мало того, что мы посмотрели, как выглядит телевидение изнутри, что это целая жизнь, это именно не работа, люди живут этим. И самое главное, что мы смогли побывать еще и на самом телевидении в качестве ведущего новостей. Это, конечно, больше всего подарило впечатлений. Экскурсия на ЛРТ – развлекательная часть конкурса. В финале 26 марта участницы представят свои творческие номера. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.